Во время алкогольных посиделок Иван поинтересовался, когда Руслан вернет его 30 тысяч. Разговор не задался. Иван уже 7 лет работал поваром в ресторанах Выборга. Потрошил треску и щуку, разделывал курицу, туши свиней и коров. У него дома был 25-сантиметровый нож. Дольше всего возился с головой. Лезвие взяло мягкие ткани, чтобы распилить кости, пришлось повертеть. Упакованные в мусорные мешки части тела Иван раскидал по городу.